В Твери прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства. В нем приняли участие руководители ведущих предприятий Верхневолжья. Бизнес-сообщество Тверского региона с праздником поздравил губернатор Игорь Руденя. Тверская область – одна из немногих, где в начале пандемии при соблюдении мер безопасности непрерывно продолжали работать все системообразующие предприятия и основные отрасли экономики. Для поддержки бизнеса, помимо федеральных, на региональном уровне были приняты антикризисные пакеты для субъектов бизнеса и реального сектора экономики, включая льготы и отсрочки по налогам и сборам, льготные займы по программе «Оборотный капитал», промышленную ипотеку. Одной из основных как раз является мера, когда мы разрешили предприятиям работать с ограничениями, но все же не закрылись. Проводя аналогию с другими регионами, мы выглядели на порядок лучше. На нас равнялись наши близкие соседи. Из-за ограничительных мер в период пандемии многим компаниям пришлось осваивать и строить новые правила работы. Например, многие из них перешли на бесконтактную доставку и оплату продукции. Доступность, скажем так, бесконтактная тех или иных видов продукции. Вот, например, многие компании, такие как ритейл, например, они уже уходят в кассу бесконтактных продаж. Онлайн и даже системы, например, вот мы приходим в магазин, мы уже видим большее количество касс самообслуживания. На мероприятии присутствовали и победители конкурса «Лучший экспортер Верхневолжья». В нем участвуют производители, которые смогли расширить свои рынки сбыта при поддержке Центра экспорта Тверской области и достигли самых высоких показателей. Например, это продукция хлебопекарного завода в Твери. На данный момент наша география поставок достаточно обширна. Мы входим в зону таможенного союза, ввозим и отгружаем это. Абхазия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Азербайджан, это страны Прибалтики, Эстония, Латвия. На данный момент мы ведем переговоры с Германией и Молдовой. Во время торжественного мероприятия ко всем присутствующим обратился глава региона. Игорь Руденя поблагодарил руководителей предприятий Тверской области за ответственную работу в непростых условиях пандемии. Я бы прежде всего поблагодарить вас, как собственников бизнеса, как руководителей предприятия и ваши коллективы, ваших помощников, тех, кто вносит огромный вклад в развитие нашего городского региона. Кроме того, за значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья Игорь Руденя вручил руководителям предприятий областные награды.